Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Глава государства предложил ряд новых мер социальной поддержки семьям с детьми. Изменения вступят в силу с 1 июля этого года. Детям от 8 до 16 лет включительно, которые живут в неполных семьях, назначат выплату в 5650 рублей. Беременным женщинам с низким уровнем дохода установят новое пособие по 6350 рублей в месяц в среднем по стране. Больничный по уходу за ребенком до 7 лет будет оплачиваться в 100% размере от заработной платы. А родители школьников и детей, которые в этом году пойдут в первый класс, единовременно получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Деньги перечислят в середине августа. Напомню также, что расширена и продлена до 2026 года программа материнского капитала. Теперь право на него возникает с рождения первенца. Раньше мы такого себе позволить не могли. Материнский капитал проиндексирован и составляет почти 640 тысяч рублей.